Здравствуй, многочисленная аудитория. Дементьев Андрей Дмитриевич. Среди печали и утех, наверное, что-то я не видел. Прошу прощения у тех, кого нечаянно обидел. Когда бы это ни случилось, вчера лишь или давным-давно, ушла обида или забылась, прошу прощения все равно. Прошу прощения у любви, наедине, не при народе, что уходил в стихи свои, как в одиночество уходят, и у наставников своих. Прошу прощения, запоздало, что вспоминал нечасто их, затосковал, когда не стало. А вот у ненависти я просить прощения не стану за то, что молодость моя ей доброту предпочитала. Не удивляйтесь, что сейчас, когда судьба мне время дарит, прошу прощения у вас. Но знаю я, последний час обычно не предупреждает. Всем спасибо.